Войдите. Ты хотел меня видеть? Да. Не знаю, сколько это продолжается, но теперь это надо прекратить, ясно? Не понимаю, о чем ты. Я говорю о тебе и одной особе женского пола. Или я ошибаюсь? Скажи, что я ошибаюсь, и я тут же извинюсь. Все ясно. Клянусь, я смогу ее изменить. Не будь идиотом! У нее протоформа максимала, но она предакон до последнего чипа! И я был таким же! Не сравнивай себя с ней! Сильвербот, ты отличаешься особым благородством. В этом не только твоя сила, но и слабость. Черная вдова использует тебя! Я в это не верю, командир. Веришь ты или нет, не имеет значения. Важно то, что твои чувства поставили нас всех под удар! Если бы мы не удерживали Мегатрона... Оставайся в своей комнате. Я пошлю читера за этой паучихой. Командир! Тебе есть что сказать, Сильвербот? Командир! Оптимус. Я знаю, что Черная Вдова не тронет меня. Но поверь, она не пощадит читера. Ради спасения его жизни, прошу тебя, пошли меня. Я доставлю ее. Ты не должен покидать свои комнаты. Читер, немедленно ко мне. Я узнал, что Совет Трех действует заодно со старейшинами Максималов. Я не мог не восстать. Предаконы еще получат свое, но ты... Я служил настоящему Мегатрону. Ты носишь его имя, но ты недостоин. Возможно. Но сейчас тебя должно волновать другое. Где найти Энергон, чтобы вернуться на Кибертрон? Максималы! У них нет его, они сами ждали помощи. А у меня, между прочим, есть тайное хранилище Энергона. Да, если ты отпустишь меня, оно твое. Я и так его найду. Его координаты зашифрованы, а мои шифровальщики сбежали. Помнишь защитную решетку, которая преградила тебе путь? Да, но как ты... Позволь представить, лейтенант Таранту из тайной полиции предаконов. Предатель. Надо же, все это время в наших рядах был предатель, а я и не подозревал. Хранилище Энергона найдено, агент Тревидж. Я попрошу Максималов забрать Энергон. Да, сделай это. Иду, командир. Иду. Сильвербот. Да. Я только хотел сказать, мне жаль, что так случилось. И я обещаю, что постараюсь не причинить ей никакого вреда. Ты очень добр, читер, и я тоже прошу прощения. Прощения за что? За это! Читер. Как ты? Как? Голова кружится, но так, ничего. Тогда еще раз прости. А? Эй! Ах ты, веслоухий спаниель!
тоже был молодым когда-то. Что? У нас и неприятности. О, да, и очень большие неприятности. Как голова? Звенит, но вроде цела, командир. Я должен был знать, что доверять собакам нельзя. Сильвербот считал, что действует в твоих интересах. Да, буду рад ответить ему тем же. Бац! А вот и пещера. Заберем Энергон. И тогда наконец-то сможем избавиться от Мегатрона. Что такое? Энергон здесь есть, но он сырой. Не годится. Мегатрон ошибся. Это вряд ли. Оружие к бою, читер. Будь начеку. А? Что это? Привет от Мегатрона! Мэм, прошу, остановись, пожалуйста. Нет, убирайся отсюда. Я занята. Отлично. Тогда примите на борт пассажира. Я разнесу тебя на куски, если ты не уберешься. Черная вдова, я хочу, чтобы ты вернулась со мной к максималам. Запомни раз и навсегда, кретин. Я... Придакон! Я злая, и я убью тебя! Нет, я знаю, что ты не сделаешь этого. Увидишь! Ты выстрелила? Убедился, болван. Я злая. Теперь ты мне веришь? И все-таки ты лишь ранила меня в ногу. Твоя внутренняя доброта не позволила заткнись! Тебе... Заткнись! Я знаю, что ты чувствуешь. Ты думаешь, поцеловать меня или убить? Я черная вдова. Я могу сделать и то, и другое. Спинатор достиг указанных координат. Но я не вижу... Да! А нет, ты опять спас мне жизнь. Даже после того, как я стреляла в тебя. Это мой долг, мэм. Я максимал. И должен совершать подвиги. Знаешь, меня всегда привлекали большие и сильные особи. Попал в
За Мегатрона! Читер, сейчас рвает! А? Оптимус, вызываю Рэвиджа. Прием. Значит, это была ловушка. О, нет. Неужели? Ты создан искусственно. Даже в плену ты продолжаешь выполнять свою программу. Я не наивен. Ты не собираешься вернуть меня или кого-нибудь другого на Кибертрон. Ты прав. Но твои воины разбежались, а мне не нужны свидетели. И все же, зачем мне и дальше терпеть твое присутствие? А ты не думал, зачем мне понадобилось похищать золотой диск? Ты искал Энергон. Он мне пригодился, позволил нанять воинов, дал мне власть, но истинная причина в другом. Золотой диск был запущен с земли на борту космического корабля Voyager, когда началась война между аутоботами и десептиконами. Первый Мегатрон, твой командир, желал во что бы то ни стало победить, но, как и я, он подстраховался. Он поместил тайное послание на золотой диск. Это послание мне удалось обнаружить и расшифровать. И я должен тебе верить. Ты сам сказал, что диск был уничтожен. Готовность орудий. Цель — пленник. Наведение. Снять кольцо! Диск был уничтожен, но остался фрагмент. Я надеюсь, что теперь ты поверишь мне. Это Мегатрон, предводитель десептиконов. Если вы слышите это, значит, я проиграл. На этот раз. Но я знаю, что сейчас разрабатывается технология Большого Взрыва. И потому я оставляю это послание потомкам десептиконов, которые смогут найти. Убрать орудия. Снять защиту. Выполняю. А теперь давай поговорим. Это несправедливо. Спинатор летит себе, никого не трогает. Вдруг бам, и от него летят одни ошметки. Нет, нет, несправедливо. Ах!
Не понимаю, кто мог вырыть этот тоннель, а потом взорвать вход в него. Это тебе ни о чем не говорит? Мегатрон? Он самый. А теперь, герой, убирайся отсюда. Я не приглашала тебя на пикник. Я не уйду без тебя. Здесь опасно. Возможно, это ловушка. Ты максимал, раз волнуешься о ближних. На этот раз я пристрелю тебя. Прошу прощения. Верю, ты не блефуешь. Теперь ты уйдешь? Без тебя нет. Ладно. Тогда помоги мне. Видишь тот большой валун? Ты сможешь убрать его? Отойди в сторону и смотри. С базе максималов. Что у вас происходит? Доложите. У меня есть хорошая новость и плохая, мой командир. Ладно, начни с хорошей. Ну, хорошая новость. Нам больше не придется терпеть этого вонючего Десептикона. А плохая? Плохая? Он переметнулся к нашим врагам! Десептикон навсегда!